1 травня Кабінет міністрів України ухвалив нові правила отримання субсидії на сплату житлово-комунальних послуг. Урядовці пояснили, таким чином намагаються унеможливити певні зловживання. Відтепер допомогу держави не отримують родини, які мають квартиру площею більше 120 квадратів або будинок понад 200 квадратних метрів, або автівку, якій менше 5 років. Безробітним доведеться зареєструватися в центрі зайнятості, а тим, хто не має офіційної роботи, самостійно сплачувати соціальні внески. Изменения уже да, произошли, они уже коснулись, и сейчас мы занимаемся тем, что мы отрабатываем данные изменения. У нас на конец отопительного периода прошлого до изменений было порядка 69 тысяч семей, которые получали субсидии. После того, как был произведен перерасчет, то есть те люди, которые автоматически не пересчитались, у нас контингент сократился до 35 тысяч. Сейчас в результате того, что отрабатываем, то есть люди подают заявление, у нас на сегодня получателей субсидий почти 37 тысяч семей. Из них до 16 тысяч. Это те, которые получают субсидию на летний период деньгами, то есть субсидия начислена и есть какие-то значения. И остальные 21 тысяча семей – это те, которые имеют право на субсидию. Субсидия рассчитана, но рассчитана с цифрой 0. То есть этим людям вот не нужно будет обращаться повторно в отопительный период, у них субсидия будет перерасчитана на в автоматическом режиме на отопительный период. Крім того, відтепер субсидії надаватимуть з урахуванням сімейного стану претендента, а не місця його реєстрації. Тобто при оформленні допомоги потрібно буде декларувати доходи всіх членів родини, навіть тих, що зареєстровані за іншими адресами. Ранее супруги, которые прописаны по разным адресам, могли претендовать на субсидию и тех членов семьи. Это не только супругов касается, это касается детей трудоспособного возраста, то есть которые работают. Если ранее такие члены семьи были по разным адресам зарегистрированы, можно было не подавать их в декларации при заявлении на оформление субсидий. На сегодня супруги, где бы они ни были зарегистрированы, в случае, если брак зарегистрирован, даже если фактически вместе не проживают, но брак зарегистрирован, в декларации необходимо указывать доходы всех членов семьи. То есть если супруг и супруга проживают отдельно, то в декларации их нужно указывать, их ИНН и их доходы. Соответственно, если раньше была такая возможность, что вот есть в семье две квартиры, отец зарегистрирован в одной квартире, мама с детьми в другой квартире, мама с детьми подавалась и оформляла субсидию, доходы папы при этом не учитывались. То есть одна квартира получала субсидии, вторая без. Сейчас так сделать не получится, потому что доходы будут считаться. И папы тоже. Часто возникает вопрос о том, что зарегистрированы бабушка, дедушка, пенсионеры, у них зарегистрированы совершеннолетние дети, которые по факту не живут, проживают где-то в другом месте, но имеют доходы. Вот если человек там зарегистрирован, его доходы будут считаться. Если вот тоже массово сейчас идут вопросы о том, что есть сын, дочь, которые зарегистрированы, которые выехали за пределы города, либо выехали за пределы Украины, и вот мы не знаем там вообще, где они находятся, их доходы. К сожалению, до тех пор, пока этих людей не выпишут, они будут считаться либо их доходы, либо если они официально дохода в Украине не получают, то такая семья не будет иметь права на получение субсидий. Вот на сегодня из тех обращений, которые приходят, наиболее частое обращение – это обращение пенсионеров, у которых зарегистрированы их совершеннолетние дети. Вот было почти 70 тысяч, осталось 36. То есть 33 с чем-то тысячи людей – это те, которые они получили уведомление о том, что субсидия им не назначена. В случае, если люди получили уведомление о том, что субсидия на летний период назначена, то, естественно, им не нужно будет обращаться повторно для переназначение субсидии на отопительный период. Даже если субсидия назначена с нулем, все равно она назначена. То есть это значит, там по документам вопросов нет, и автоматическое назначение субсидии прошло. А вот те 33 тысячи человек, которые на сегодня, которые получали субсидию в прошлом отопительном периоде, это 33 тысячи семей, которые не получают сейчас, вот многие из них
те, кто понимает, что по новым правилам они имеют право на комиссионное назначение субсидии, они должны будут обратиться в течение 2 месяцев с 15 августа до 15 октября, подать заявление, декларацию заполнить, и будет рассматриваться вопрос комиссионно о назначении им субсидии. Из новшеств, то, что говорили, теперь все решения комиссионные о назначении субсидии проходят после обследования материально-бытовых условий семьи. Когда-то такое было, потом это отменяли. Сейчас социнспектора, в случае, если вопрос комиссионный, если человек автоматически, если домохозяйство автоматически не пересчиталось и не получило субсидию в автоматическом режиме, а претендует на рассмотрение вопроса на комиссии, комиссия рассматривает после выхода социального инспектора и составления акта материально-бытовых условий семьи. Вот это то, что касается назначение субсидии на отопительный период. У нас сейчас проходит сбор заявлений по монетизации субсидий за предыдущий отопительный период. У нас 4200 домохозяйств по Мариуполю, по данным Азовгаза и ДТЭКа, имеют право на монетизацию субсидий, то есть это часть сэкономленных средств. Всем этим людям они были уведомлены телефонными звонками, то есть были отправлены в письменном виде уведомления. До 1 сентября они подают сейчас заявление с реквизитами банковского счета, куда они хотели бы получить монетизацию. Основная часть монетизации – это Азовгаз, это те, кто сэкономил на отоплении. По ДТЭКу, по электроэнергии, там менее 40 человек по городу всего. На сегодня 2600 субсидиантов уже подали заявление, поэтому просьба тем, кто еще не подал заявление, активизироваться и до 1 сентября подать заявление с банковскими реквизитами, куда бы вы хотели получить данную монетизацию. Это приходить во фронт-офисы в каждых районах. Во всех районах города у нас действуют фронт-офисы, территориальные отделы, туда обращаться с заявлением. Там помогут написать. То есть через 2 недели начнем повторно посмотрим, кто не подал заявки, повторно начнем этих людей искать, направлять уведомления, обзванивать с тем, чтобы наши жители имели возможность реализовать свое право на монетизацию части субсидии. Выплата денежных средств ожидаем, скорее всего, она будет осуществляться в декабре. Уменьшился контингент и уменьшился существенно размер субсидий. Уменьшение контингента связано с тем, что ужесточены правила. То есть теперь неработающие люди трудоспособного возраста, в случае, если в семье есть неработающий человек, такие семьи, такие домохозяйства утрачивают право на получение субсидий. Вот это вот основная часть тех, кто потерял право на получение субсидий. Поскольку у нас в городе Мариуполе, по данным Центра занятости, порядка 100 тысяч человек трудоспособного возраста официально не работают. Вот за счет этого мы получили 30 тысяч домохозяйств, в которых есть такие люди трудоспособного возраста, не работают, и, соответственно, все домохозяйство утрачивает право на оформление субсидий. Для того, чтобы оформить субсидию, то есть необходимо, чтобы такие люди начали уплачивать ЕСВ. То есть либо трудоустроились официально, либо просто заключили договор с налоговой и начали платить единый социальный внесок. Почему уменьшились размеры субсидий, и у нас вот на летний период всего, как я сказал, там сегодня менее 16 тысяч семей получают субсидию в деньгах? В первую очередь в связи с ростом доходов населения. То есть у нас в связи с увеличением пенсии, которая происходила вот уже дважды, увеличились размеры пенсии и, соответственно, уменьшились размеры субсидий. Поскольку если пенсия единственный источник дохода у человека, не других источников дохода, то берется пенсия за последний месяц до момента обращения. То есть, если при начислении работающим берутся доходы, при начислении субсидий, например, на неотопительный период берутся доходы за 3-4 квартал для работающих, то для пенсионеров берутся, если кроме пенсии других доходов нет, берутся доходы за апрель. То есть пенсии осовременили, пенсии увеличились, доходы увеличились, соответственно, размер субсидий существенно уменьшился у многих пенсионеров. Также уменьшились размеры субсидий из-за того, что уменьшились социальные нормы. Социальные нормы жилья сократились. Если ранее на одного
нетрудоспособного пенсионера это было до 75 квадратных метров жилая площадь, то сейчас 48. Соответственно, уменьшились социальные нормы, уменьшились размеры субсидий.